Hotel Look – лучшие цены на отели. Hey, ребят, доброе утро. Сейчас 7:30 утра. И сегодня я вам покажу один мой рабочий день. Я лечу в Шанхай. Но сейчас я сяду в такси либо в аэропорту. Я вам расскажу подробнее, что это будет за выпуск такой. Идет град в Гуанчжоу. И посмотрите, как я одет. Температура опустилась до 4 градусов, до 3. Завтра ночью будет 0. Это просто пипец, какая аномалия. Град. Все, ребят, я в аэропорту, у нас уже скоро начнется посадка, вон мой самолет стоит, я не знаю, видно вам или нет. И я хотел немножко рассказать, куда я лечу, что я делаю. Я лечу в город, называется по-китайски Наньтун, я не знаю, как будет по-русски, наверное, что-нибудь типа Наньтуна. Кто-то опаздывает на свой самолет. Те, кто не знают, где я работаю, чем я занимаюсь, я оставлю ссылку внизу. У меня есть видео, где я рассказываю, что я делаю в Китае, как я сюда попал. Я работаю на компанию Sushi Market. Эта компания занимается производством всех продуктов для японской кухни. Я не знаю, может быть, вы видели бренд под названием Такимура, Нори, например, или еще что-нибудь. Например, в Метро продается наша продукция. Короче говоря, сейчас еду на фабрику по производству нори. Нори – это водоросли, в которые заворачиваются как раз суши. Мне нужно посмотреть фабрику, мне нужно проверить товар, измерить коробки, посмотреть на качество продукции, поговорить с боссом фабрики. В принципе, я практически этим занимаюсь в командировках, но я вам буду по чуть-чуть это показывать. Конечно, я не все смогу снимать, потому что все-таки я буду работать, но часть какую-то я вам покажу. И теперь вы будете знать, чем я именно здесь занимаюсь. Кстати, в аэропорту жутко холодно, наверное, где-то плюс 10 градусов. Я не могу снять куртку, потому что просто нереальный дубак. На улице сегодня плюс 3 или плюс 4 градуса. И здесь, наверное, может быть даже меньше 10, я не знаю. Все, ребят, я прилетел, тут такой мороз, ужасный просто холод, он аж режет просто уши. Я еле добежал от самолета сюда до аэропорта. Полет прошел просто кошмарно, нас очень сильно трясло. При посадке нас так трясло, мы так жестко сели. Самолет просто раскачивало, что все аж вскрикнули. И вокруг меня были просто куча детей, детей в гости, наверное, все плакали просто всю дорогу. Бабулька рядом блевала всю дорогу. Короче, замечательный полет, и меня уже ждут поставщики. Все, мы уже едем в машине, и сейчас мы едем уже на фабрику. Мы немножко напились, на самом деле очень даже сильно напились, потому что я сначала сказал, что я не буду пить, но в итоге зачем-то я выпил очень много, и мы просидели часа, наверное, 2, просто болтали обо всем. На самом деле очень классно посидели, китайцы очень классно попались, хороший босс, хороший менеджер, никто не чавкает, никто себя плохо не ведет, классно посидели, только не нужно было, наверное, так много пить, потому что у меня сейчас кружится голова, а мне нужно работать. И на улице просто адский холод, но самое ужасное то, что у них нет отопления, то есть на улице минус 8. Где мы сидели, ели, в этой комнате работал кондиционер на обогрев. Мы сидели все в пуховиках, то есть это нормально для Китая, когда ты ешь в пуховике и в шарфе, например, в шапке. Но если ты, например, хочешь выйти в туалет или еще куда-нибудь, то там просто мороз, серьезно. Ты стоишь в туалете, и у тебя пар идет со рта, в коридоре тоже невозможно находиться. Это, конечно, огромный минус. Но мы классно посидели, поели прям очень много разных вкуснятины. Здесь у них, в городе, где я нахожусь, очень много морепродуктов. Как раз я ем морепродукты, поэтому мне нравится туда ездить в командировки, потому что мне хотя бы есть что-то поесть, потому что когда я езжу в другие города, там они обычно едят мясо и всякую свинину, говядину, и в итоге мало что есть, что мне поесть. Сейчас едем на фабрику и буду уже проверять товар, а потом поеду уже в Шанхай.
все, ребят, я уже сейчас еду в Шанхай и проверил фабрику. Я просто мерил размеры коробки, взвешивал их, смотрел на качество самой продукции, то есть как это все выглядит, фотографировал, записывал. Недолго все это заняло, где-то около часа я проверял товар. Там всего было три разных вида, смотрел на упаковку, то есть на даты, на срок годности, что все было правильно написано, потому что на эту фабрику я приехал первый раз. Потом просто прогулялся по фабрике, посмотрел на производство, как это производят. Я переоделся в специальную форму, потому что туда нельзя просто так заходить. Просто посмотрел на все, пофотографировал, и сейчас оставлю отчет для начальства и для своих коллег. То есть опишу, как мне фабрика, как мне по общению начальник, как мне по общению менеджеры, как вот мне все вообще, как там устроено, как сама фабрика. Я составляю огромный отчет по специальным документам, которые мне заранее высылают, и также составлю отчет по проверенной продукции. В принципе, это вся моя работа на сегодняшний день. Сейчас меня везут в Шанхай, и я уже останусь в Шанхае. По поводу холода. Ребят, ужасно холодно, серьезно. На улице минус 10 градусов. По ощущениям, это минус 15, минус 16, потому что мы находимся около моря. Ветер просто с моря дует ужасно холодный. Я практически не чувствую своих ног, у меня окоченели просто руки. В один из моментов у меня выключился просто от холода GoPro. Они мне сказали, что здесь уже 20 лет не было так холодно. И представьте, при минус 10 градусов с таким сильным ветром с моря нет отопления. То есть у них нет отопления, они отапливают квартиры с помощью кондиционеров, но этого не хватает. Поэтому все это время с утра и до вечера я был на холоде на улице, я был просто тоже на холоде в зданиях, помещениях. Поэтому мы кушали в пуховиках, мы проверяли товар в пуховиках, мы общались постоянно, все в куртках. Да я даже шарф пытался не снимать, потому что мне было очень холодно, постоянно пил горячий чай. Здесь не опускается температура очень низко, там до минус 30, как на севере, но при этом здесь нет отопления. И даже при плюс 5, плюс 10 градусов адски холодно дома. Сегодня в Гуанчжоу температура опустилась до нуля, до плюс 1 градуса, и пошел снег. Да, в Гуанчжоу пошел снег. Это видео снимается в конце января, сегодня 24 января. Просто видео выложится, скорее всего, может, в конце февраля, начале марта, я не знаю. Вы сами сейчас увидите, какое сегодня число. Дома у меня тепло, у меня дома хороший обогреватель, поэтому я спал в трусах, я хожу дома в футболке, и мне было тепло. Но у многих дома реально очень холодно, я знаю, что некоторые спят даже в куртках. Мне просто повезло, хорошо, что у меня такая классная квартира, которая быстренько отапливается. В Гуанчжоу сегодня пошел снег, и китайцы просто посходили с ума, они все выскочили на улицу. Снег, на самом деле, он не лежал, он просто шел. Фотографировались, снимали на видео, они все просто охренели, они выходили, на все это смотрели. 3 градуса, 2 градуса, плюс 3, плюс 2, это как для Москвы, там, минус 45. Я вчера прогуливался по улице, китайцы просто бежали, никто не ходил, все просто бежали, потому что они не могли находиться на таком холоде. Они быстренько выходили из такси и бегом, бегом, бегом в подъезд домой, потому что для них плюс 3, это ад, серьезно, это ад. Все из-за того, что у нас в России есть отопление в домах, а здесь отопления нету, поэтому люди мерзнут и никак не согреваются. Дома холодно, на улице холодно и на работе холодно. До Шанхая 3 часа, по-моему. Кстати, да, когда я еду в командировку, где-то 60% времени занимает дорога. Сначала едешь до аэропорта час, летишь 2,5 часа, до фабрики едешь час, и сейчас до Шанхая еду 3 часа. Охренеть просто, целый день дороги, зато светит солнышко. На улице минус 10, я решил поесть. Здесь есть лапша и овощи, все это стоит 10 юаней, плюс еще яйцо мне добавят. Будет вкусно. Все, я купил, я знаю, что камера трясется, у меня нет с собой ничего. И, ребят, на самом деле очень холодно, я просто хочу сдохнуть, серьезно, я хочу сдохнуть, потому что у меня в хостеле, просто в комнате, где-то плюс один, и я сегодня у себя в номере сидел просто в куртке, и, наверное, сейчас я буду спать в куртке. Я буду спать в куртке, я не хочу спать в куртке, на самом деле у меня прям боль. Посмотрите на мои глаза, у меня паника и боль в глазах, потому что на улице минус 10 градусов, или сколько тут, я не знаю, минус 13, минус 12, А нет отопления! Это пиздец. Этот выпуск был о моей работе, о том, как я провожу свою командировку. Так что ставьте палец вверх и не обращайте внимания на то, что сейчас камера трясется. Всем пока!